два раза одно и то же не оплачивается никому. То есть в двух местах невозможно быть одновременно, да? Да. Такая работа тяжелая, конечно. Может быть, и нужно. Конечно, не надо. Зачем же это? По-моему, нет. Не должен. Поясните. Мое мнение. Так думаю. Ничего хорошего в этом не будет. Да, не так хорошо получается. Не должны. Им вообще не заплатить. У нас как такового нету думы. Это единственная дума во всей Латвии, которая меняется как перчатки. Ну, конечно, я бы не думала, чтоб. Но нормальную должны получать. Я не в курсе этого. Я политикой не увлекаюсь, так что кто их знает. Ну, я думаю, что нет. Они же уже выбраны народом. Недоукопилчанин. Не знаю. Я не против, пусть не получают. Мы слишком много им вредно получать. Ну, не знаю. Я политику особо не вмешиваюсь. Наверное, нет. Не знаю, не могу сказать. Я как бы от политики далек. Ну, тоже перебор, я думаю. Это их дополнительно, как бы это они, наверное, по своей инициативе, они там в этих комитетах, там, да? Это же не основная работа? Нет, не основная. Ну, такие не должны получать, конечно. Ну, я думаю, нет, конечно. Где же две зарплаты сразу? Одной достаточно. Вполне. Пускай они получают сколько хотят, но только чтобы они работали. Вот это и все. Я за них не голосую, поэтому я не знаю. Не, ну если они выполняют такую работу, за которую надо платить столько денег, то пускай получают столько денег. Я думаю, это будет правильно. А кто от денег откажется? А им все мало, думают, как орлы жить. В комитетах? Да. А кто их знает?